создали запас гуманитарного груза. Груз поступает со всех регионов нашей страны, не только с регионов, и от различных общественных организаций, которые работают в нашей стране. Уже более 8 тонн груза мы имеем на складе, и завтра приступим к его реализации, когда будем понимать, как это реально можно сделать. Вода, продукты питания, детское питание, все это есть, мы начнем с утра выдачу.